хорошие ручки пристраивается такая вот полуторамесячная кнопка. Активная, сообразительная, хорошо уживается с другими питомцами. Ест сухой корм, постепенно приучается к правилам поведения в квартире. Будет средней собачкой. Отдается в квартиру, либо в частный дом с проживанием в доме, но не на цепь. Дома семью ищет Фрай, 8-месячный рыжий парень с замечательным характером. Очень дружелюбный мальчик, очень смышленый, очень активный, любит очень дрессуру, обожает чему-то учиться новому. Да, Фрай? Фрай, сидеть. Вот ты какой мальчик, покажись, какой красивый. Фрай умный парнишка. Человека понимает с полуслова. Будет собакой одного хозяина, а еще хорошим охранником. Балбас такой у него приличный. То есть подойдет, в принципе, такая собака для активных людей, которые любят активный образ жизни, которым будет интересно заниматься с ним, учить ему чему-то. Может быть, аджилити какое-то подошло бы ему. Дружелюбный очень пес, у нас совершенно не злой. Фрай в еде неприхотлив, аппетит хороший. Идеальная собака. Самые добрые ручки. Это Фенечка. Фенечка сама нежность. Теплая, сладкая. Одна из семейства таких же черных ласковых кошек. Милая, очаровательная семейка брюнеток пристраивается в добрые, теплые дома и семьи. Приходите, пожалуйста. Фенечка ждет. И еще ее несколько черных сестричек тоже вас ждут. Все девчонки ласковые, добрые, домашние. К порядку приучены. Просто замурчательные кошки. А глаза? Это маленькая ручная Багира, которая когда-то в прошлой жизни жила в лесах и встречалась с Маугли. А сегодня она живет здесь и ищет себе новый дом. Обратите, пожалуйста, внимание на этих жгучих красавиц. Обещает не портить вам мебель, обещает украсить дом своим черным-черным блеском и своими золотыми глазами. А еще мы обещаем выгнать из дому всех злых духов. Все подробности можно узнать по телефону, указанному на экране. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.